heaven on earth. Сегодня вечером я обращаюсь к жителям ЮАР с тяжелым сердцем. За последние несколько дней и ночей мы столкнулись с насилием, которое не видели за всю историю нашей демократической страны. Мы переносимся в ЮАР, чтобы поговорить с нашим корреспондентом Джоном Спарксом, который сейчас находится в Йоханнесбурге, где продолжаются бунты. Мы молимся о том, чтобы в этом месяце наше правительство также обратилось к молитве, чтобы наш президент и политики обратились к молитве, чтобы каждый христианин обратился к молитве. Если двое или трое соберутся во имя Мое, то о чем бы они ни просили, будет им от Отца Небесного во имя Иисуса. Помощь уже в пути. Бог устраивает ваше и наше избавление. Я хочу сказать вам сегодня, что Бог живой, а не мертвый. Могила пуста, и поэтому мы можем ожидать помощи от Бога во имя Иисуса. Пасторы, давайте нести не страх, а любовь Божью. Слово Божье, слово благодати. Давайте говорить о надежде, помощи и будущем. Давайте говорить о том, что Бог обещал народу ЮАР. Давайте говорить о победе, о будущем, о лучшем для ЮАР. Давайте нести надежду этой стране. Во имя Господа Иисуса Христа скажите аминь, аллилуйя. Мы встречались с нашим президентом 8 раз. Я и другие религиозные лидеры говорили ему: «Дайте нам место за столом и позвольте нам сделать то, что можем сделать лишь мы. Есть вещи, которые могут сделать лишь ученые, лишь политики, лишь полиция, лишь военные. Но также есть вещи, которые может сделать лишь Церковь Иисуса Христа. Хватит затыкать церкви рот». Мы обращались с этой просьбой к нашему президенту последние 18 месяцев. Мы говорили: «Позвольте церкви быть церковью, позвольте нам открыть наши церкви». Мы знаем, что сегодня вы снова будете обращаться к народу, и мы просим вас: откройте двери церквей. Мы можем открыть наши двери безопасно и ответственно, чтобы быть руками и ногами нашего Господа Иисуса Христа. Неделю назад мы мобилизовали наших людей для операции «Милость». И мы хотим показать вам короткий ролик о том, что случилось за эту неделю. Это лишь первая фаза. Я расскажу о второй фазе после этого. Мы будем нести исцеление и надежду нашему миру. Итак, присаживайтесь и смотрите. Сейчас 8 часов утра. Мы только открыли ворота, чтобы начать раздавать еду людям. Сегодня здесь много волонтеров. Они уже начали работать на этой стороне. Уже около сотни человек стоит в очереди. Здесь много мам с малышами. Мы раздаем им еду. Эти люди уже получили продукты. Рядом с нами миссия и полицейские. Пока что все идет хорошо. Я хочу поблагодарить всех в CRC Дурбан и КваZulu-Natal за то, что мобилизовали церковь CRC, чтобы поддержать нас во времена ужасных протестов, которые были в Дурбане, КваZulu-Natal. Только что прибыли грузовики, волонтеры в восторге. Мы хотим поблагодарить пастора Эта Бошефа лично. Видите, сколько грузовиков стоит за мною? И поблагодарить CRC.
за то, что они показали силу поместной церкви. Огромное спасибо епископу Эту за такую удивительную возможность. За мной, как вы видите, разгружают машины. Мы хотим поблагодарить пастора Эта и семью CRC за то, что они делают. Мы знаем, что они благословляют многих. Спасибо, пастор. Мы ценим вашу помощь. Приезжайте в нашу церковь. Мы хотим сказать, что мы очень сильно благодарны вам. А также спасибо пресвитеру Аллену и всем волонтерам, которые помогали нам. Мы любим и благословляем вас. Пусть Бог благословит вас за то, что вы подготовили эти продуктовые наборы. Мы очень ценим вашу доброту и любовь, проявленную к людям, которые так нуждаются в этом. Пусть наш Господь и дальше будет с вами. Пусть Бог обильно благословит вас и ваше служение. Мы можем прославить Господа аплодисментами. Его народ сделал все это. Аллилуйя! И это так удивительно. Это была одна из самых удивительных недель в моей жизни. Спасибо вам. Присаживайтесь. Хочу поаплодировать вам. Более 2500 волонтеров пришли к нам на этой неделе. Я призвал нашу церковь подняться и изменить ситуацию. Более 2500 людей в ЮАР собрались в своих церквях от Кейптауна до Капту и Кимберли. И за рекордное время мы собрали еду и продукты для детей. У нас было 10 грузовиков, которые нам дал этот чудесный человек, Энтия. Энтони, я не знаю, почему сбился на твоем имени, прости. Энтони, я хочу почтить всех членов моей команды, всех пастырей, все церкви CRC, которые быстро мобилизовались. Наши общины понимают, что мы призваны не только молиться, но и действовать на практике. И в этот темный час мы должны быть ярким светом Иисуса Христа. А вот почему? Нам нужно, чтобы церкви были открыты. Так мы можем исцелять боль и решать проблемы нашего народа в ЮАР. Хочу поблагодарить служителей CRC. Сумара возглавляла всю эту операцию. Она просто машина. Никита заведует всем этим направлением. CRC — это была фактически военная операция, ни много ни мало. Это удивительно. Если бы вы только видели волонтеров и их радость, все, с кем я встречался, говорили: «Пастор, спасибо за возможность послужить. Я хочу почтить вас с ангелами святыми небес. Я хочу аплодировать всем вам за ваши жертвы. Некоторые из вас отпросились с работы. Вы пришли и пожертвовали своим временем. Сегодня люди получили еду и надежду во имя Иисуса. Я благодарен всем пастырям церквей CRC, лидерам и волонтерам, всем, кто жертвовал, кто был верен в эти 1.5 года локдауна. Вы поддерживали это видение. Люди говорят, что мы открываем церкви, потому что нам нужны деньги. Думаю, мы доказали, что это не так. Мы раздали более 60 тысяч продуктовых наборов только в прошлом году. Мы продолжаем помогать сиротам и вдовам. Мы не останавливали местные проекты помощи от CRC. Если вы говорите, что мы хотим открывать церкви ради денег, то вспомните о том, что мы сделали это, когда церкви были закрыты. Спасибо. Мы благодарим каждого, кто помогал, каждого волонтера, особенно TH Transport, которые дали нам 10 машин с водителями, а также проспонсировали 1000 продуктовых наборов. Большое вам спасибо! Спасибо, что продвигаете Царство Божие. Мы также благодарим Aero Logistics и Брайана Келли из Блумфонтейна, который привез всю еду из Блумфонтейна, Кейптауна и Кимберли в Йоханнесбург. Спасибо Бобу Бартману за охрану. Спасибо полиции ЮАР, которая охраняла и поддерживала нас в пути, защищала наших людей. Мы также благодарны ER24,
Это настоящие герои. Давайте поаплодируем им. Без вас это было бы невозможно. Настало время церкви в ЮАР подняться, как никогда раньше, во имя Иисуса. Сейчас началась вторая фаза. То была первая фаза. Вторая фаза будет больше и лучше. Этой неделе мы соберем и раздадим еще 10 тысяч продуктовых наборов для КвазулуНатал. На этой неделе у нас будет вторая мобилизация. Кроме того, мы будем работать с местными пасторами в Мамалоди, которые не будут продавать еду, а раздадут ее жителям Мамалоди. Также мы отправим продукты в Дисплот, Александра и Совету. Вот на ком мы сконцентрируемся на этой неделе. Делайте все, что можете. Члены нашей церкви очень щедрые. Мы как церковь пожертвуем миллионы на этот проект. На него уйдет много миллионов. Здесь речь не о паре рендов, но каждый ренд помогает. Все, что вы делаете, имеет значение. На следующей неделе мы будем снова ободрять святых, а сейчас нам нужно разобраться с нуждой. Времени мало, наша страна страдает. Люди теряют надежду, а церковь ЮАР должны подняться и сделать то, что может сделать только церковь. Мы несем надежду. Только мы можем изменить сердца людей и моральное поведение общества. Мы видим целую волну преступлений. Я сказал министру юстиции, законодательство не может изменить сердце человека. Только Евангелие Иисуса Христа способно на это. А вот почему мы должны проповедовать Евангелие как никогда. Итак, Никита, нам придется поработать, купить много продуктов. Мы выкупили почти всю консервированную еду в Макро и Центурионе. Нам нужно найти другие магазины, чтобы купить еду и раздать ее людям. Мы будем работать в Претории и Йоханнесбурге. Студенты, если вы давно не были там, то приходите. Помогите нам собрать наборы. Послужите своей общине. Вы будете учиться служить общине, ведь так? Давайте мобилизуем нашу молодежь, чтобы сделать это. У нас есть 2 дня на сбор. Это настоящий конвейер. Мы должны собрать все до четверга. То есть нам нужно запустить конвейер во вторник и среду, чтобы сформировать наборы и доставить их людям. А вы говорите, пастор, я пришел послушать проповедь. А это и есть проповедь. Франциск Ассизский сказал, мы все должны проповедовать Евангелие. Если понадобится добавлять слова, вы хотите проповедь? Я поделюсь ей с вами. А вот она, короткая и приятная. Но теперь перейдем к сути. Мы видим нужду. Мы не можем играть в церковную политику и не можем ссориться и разделяться. Мы не можем обругивать друг друга в сетях. И это делают лишь христиане. Настало время церкви. А в ЮАР объединиться. Оставить различия, эго, и понять, что наша страна находится в отчаянном положении во многих аспектах, а не только духовно. Я постоянно говорю нашему президенту, мы — ваш самый ценный резерв, который вы не используете. Церковь решала все кризисы в нашей стране. Апартеид был побежден церковью, политики были лицом, но они не разрушили зло этого апартеида. Церковь боролась с пандемией СПИДа, вирус ковида забрал многие жизни, мы понимаем это. Мы понимаем и работаем с учеными. Мы доказали, что можем открыть наши церкви безопасно и ответственно, не рискуя жизнями людей. То, что происходит в нашей стране, это какая-то пародия. Это касается духовной и моральной сферы. Система образования подводит нас. Я хочу ясно заявить, мы не против нашего правительства, полиции, военных. Мы за наше правительство.
за наших докторов. Мы лишь просим позволить церкви делать то, что может сделать только церковь. Люди духовно потеряны. То же самое было и со мной, пока я не спасся. А вы не измените их преступное поведение. Вы не избавитесь так от бунтов и ограблений. Нужно изменить сердце человека, прежде чем вы сможете изменить его поведение. Только церковь Иисуса Христа обладает силой, чтобы менять сердца людей. Я говорил с пастором Крисом Мансибулой, который вырос на улице. Я спросил его: «Если бы ты был подростком, то где бы ты был сейчас?» А он сказал: «Пастор, я бы обносил магазины вместе с остальными, если бы не знал Иисуса». Мне кажется, что именно это и упускают люди. Они забывают о влиянии и силе церкви. Люди думают, что церковь — это здание, куда люди приходят попеть песни, но не суть церкви в служении целям Иисуса Христа. Я слышу о том, как страдает наше общество. Мы слышим об изнасиловании девочек. В прошлый раз, когда нам разрешили собрать 250 человек в церкви, к нам пришла одна девочка, с нее текла кровь. Учителя подошли, чтобы помочь ей. Было очевидно, что ее изнасиловали. Она пришла в церковь, чтобы найти надежду. Сколько девочек пережили подобное? Школы закрыты. Когда мы начнем думать не только уже о себе? Нам говорят, что люди могут смотреть в интернете. Но у 91% населения ЮАР нет доступа к интернету. Они отделены от Бога духовно. Это приводит к моральному упадку. А вот почему мы во все горло заявляем, что нужно открывать церкви. Мы должны разбираться с этим. Мы должны остановить этот моральный упадок в ЮАР. Мы хотим быть частью решения. На самом деле, один из моих пастырей, бывший военный по имени Рики, встретился с комиссаром и принял участие в разработке плана по преодолению преступности там. Мы понимаем, как действуют преступники. Мы понимаем, что только Евангелие Иисуса может коснуться сердца и изменить их сердца. А вот почему мы должны проповедовать Евангелие так громко, как никогда. Мы должны проповедовать Евангелие Иисуса Христа, потому что Евангелие — это сила Божия ко спасению. Похоже, мы забываем, что сами были грешниками. Если бы мы не спаслись, то сами обносили бы магазины. До того, как спастись, я был расистом, вором. Мы вламывались в магазины и крали алкоголь. Я в старый ЮАР. Представьте себе, ваш освященный пастор, я курил марихуану. Я ненавидел других. Меня учили ненавидеть. Наша молодежь страдает. 70% из них безработные. 40% жителей страны безработные. И только церковь может дать им надежду. Церковь Иисуса Христа. Я говорю, что только церковь. Потому что надежда, которую дает Иисус, это не ложная надежда. Это настоящая надежда. А люди спорят со мной в сетях, говоря: «Как вы можете кормить тех, кто обносит магазины?» Мы будем кормить их, потому что доброта Божия приводит человека к покаянию. Мы будем кормить их, будем являть им любовь. Мы также будем кормить тех, кто никого не обносил. Мы будем являть любовь им. Мы будем нести доброту Божию в нашей стране во имя Иисуса. Я был вором. Я украл велосипед. Мой друг играл в карты. Я могу рассказать вам о множестве вещей, которые делал до того, как спастись. Потом я пошел в армию. Что меня изменило? Не АНК и не законы, а новое сердце. Я принял Иисуса Христа как своего Господа. Принял Его как своего Спасителя.
Когда мы перестаем проповедовать Евангелие Иисуса Христа, мы теряем все. Вы должны услышать одну историю. Габриэл был моим пастырем в Блумфонтейне почти 25 лет. Я проповедовал на крусейде в Ледибране. Ледибран — не самый большой город в мире. Я купил огромную звуковую систему и решил, что прежде чем уеду, я поделюсь Евангелием со всеми в Ледибране. Я купил огромную систему, и все услышали Евангелие в тот вечер. Оно отражалось от гор и разносилось по всему городу. Там было двое молодых людей, которые только вернулись с тренировки по боксу. Их родители пережили насилие. Один из них также пережил насилие в детстве. Он сказал: «Однажды я стану полицейским только ради одного — получить оружие и пойти убить этих людей, которые сделали это с моей семьей». В тот вечер они проходили мимо крусейда и услышали Евангелие Иисуса Христа. Я призвал людей к покаянию, и они отдали свои жизни Иисусу Христу. Сегодня они пасторы. Это похоже на жизнь апостола Павла, который был убийцей, но встретился с Господом Иисусом Христом. Аллилуйя! И был изменен силой Божией. Как вы можете пытаться заставить церковь молчать, если голос церкви должен звучать сейчас громче всех в нашей стране? Мы несем надежду исцеления. Если вы спасены, то знаете, о чем я говорю. Прославьте Иисуса Христа. Ведь без Евангелия нет надежды и будущего. Все начинается с Евангелия. Не просто проповеди Евангелия, а явление Евангелия, доброты Иисуса Христа. Давайте-ка я дам вам места Писания. Люди всегда говорят, что я редко читаю места Писания. Если бы вы знали Библию, то понимали, что я постоянно цитирую Писание. И сейчас Евангелие от Матфея, 9 глава, 35 стих. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие о Царстве и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, Он жалился над ними». Сострадание — это Божья любовь в деле. Перестаньте критиковать своего брата и закатайте рукава. Перестаньте бороться за свою доктрину и проявите сострадание к людям о вашей общине, которые страдают. Перестаньте защищать то, что у вас есть, и обратите внимание на нужды людей в ЮАР. Он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны. Я видел по телевизору, как психолог рассказывал о том, что исследование показало, что средняя продолжительность жизни в ЮАР уменьшилась на 4 года из-за пандемии. Не из-за болезни или вируса, а вопрос в тревоге, страхе, одиночестве, отчаянии, депрессии. Все это лишь усиливает стресс. Это один из главных факторов уменьшения продолжительности жизни для многих людей. Церковь стала единственным безопасным местом. Та девочка пришла к нам, чтобы ощутить любовь. Все остальное время она сталкивается с насилием. Я был в шоке, когда узнал о том, что многие гранты приостановили. Из-за этого многие матери, бабушки и тети отдают своих девочек за 50 или 100 рендов за ночь, а мы просто сидим рядом и не хотим смотреть на нужды, не хотим быть церковью Иисуса Христа. А люди говорят: «Вы можете сидеть дома и служить Богу дома». Так мы не можем помочь той девочке, которую изнасиловали вчера. Нам нужно, чтобы церкви были открыты, и мы смогли мобилизовать своих людей на решение этих нужд общества. Если кто и мог проводить служение онлайн, так это я. Я не говорю это с надменностью. У нас самая большая платформа в ЮАР. Согласно этой логике, мы должны в последнюю очередь бороться за открытие церквей. Мы выходим на 4 разных станциях. Наше влияние возросло, и это вызвало зависть у многих. Это я понимаю.
Точнее, вот нет. Как можно завидовать, будучи пастором, скажите? Я не понимаю, как одни христиане могут набрасываться на других. Я не вижу в этом смысла. Наши нужды восполнены. Я должен в последнюю очередь бороться за это. Но последние полтора года мы не оставляем борьбу, потому что мы думаем не о сегодняшнем дне, а о будущем. То, о чем я предупреждал ранее, начало происходить. Когда вы убираете свет из общества, приходит тьма, безнадежность, отчаяние. Мы не говорим о проповедниках с большими платформами. Мы говорим о пастырях в сельской местности, удаленных местах. Их голос больше не слышат. Сейчас мы питаем сотни пастырей. Тысячи церквей закрылись. И люди говорят: «Пастор, бизнес тоже закрылся. Я не бизнесмен, я пастор». Мы плачем с бизнесменами и делимся с ними надеждой, но никто не вспоминает о религиозных общинах, никто не борется за них. Каждый борется за себя. Настало время оставить религиозную риторику и стать церковью Иисуса Христа. Мы можем подняться и засиять, как единое целое, неся надежду ЮАР, не рискуя здоровьем людей. Каждый, кто находится сегодня здесь, вне зоны риска, мы следуем более строгим протоколам безопасности, чем в любых других сферах. Тогда говорит ученикам своим: «Жатвы много, делатели ленивые, сонные, отошли. Они стали теплыми, и так молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. И призвав 12 учеников своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь, всякую немощь. Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное, больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте». Иисус не давал нам повеления сидеть, Он повелел нам идти, Он повелел нам проповедовать и не избегать риска. Матфея 9:36. «Видя толпы народа, Он жалился над ними». Мы видим, что вообще происходит. 36 тысяч бизнесменов закрылись в Квазулу-Натал из-за недели насилия. Сотни тысяч потеряли работу. Мы не видели подобного раньше. А церкви борются друг с другом. Я призываю все деноминации, мобилизуйтесь. Хватит бороться с другими деноминациями. Будьте светом, помогайте людям. Организуйте свои грузовики и идите во имя Иисуса Христа. Идите и исцеляйте больных, проповедуйте Евангелие. Они были изнурены и рассеяны. Эти люди беспомощны, потеряны, как овцы без пастыря. Сколько из тех молодых людей были в церкви 2 года назад? Сколько из них были на наших конференциях? Мне интересно, сколько из тех, кто обносил магазины в Мамалоде, были верными членами церкви, которые горели для Бога? Сейчас же они сошли с пути? А почему? Да потому что у них больше нет дома, нет безопасного места. Как вы этого не понимаете? Упадок и гниение начинается с духовной сферы. А вы убираете духовность из общества и получаете упадок. А вы даже не представляете, что будет, когда церковь вознесется с этой земли. Общество упадет мгновенно, люди будут грабить, бунтовать, убивать, сжигать, как никогда ранее. Все потому, что только церковь мешает злу захватить этот мир.
Мы — свет, мир и соль земли. Мы должны подняться и засиять. Не выступать против правительства, а быть руками и ногами Иисуса Христа, служа нашей стране так, как только мы можем послужить. Почему наш призыв не слышат? Почему нам не позволяют быть церковью Иисуса Христа? Почему наш призыв не слышат? Почему нам не позволяют делать то, что можем делать только лишь мы? Когда Квазулу-Натал горел, я обратился к президенту. Он знает меня, потому что я всегда первым поднимаю руку на встречах с ним. И это правда. Я сказал ему... Со всем уважением, я хочу сказать, что ученые не смогут остановить вспышку насилия, и полиция с армией тоже. Насилие не может остановить насилие. Оно может остановить его на время. Вы слышите? Нам нужно вернуть церковь обществу. Я понимаю, что мир не признает церковь, но именно пасторы... Религиозные лидеры, священники, епископы, англиканы, методисты. Вообще название не имеет значения. Так вот, они приходили в общины и призывали к спокойствию и миру. То насилие, которое могло распространиться на другие провинции, останавливалось. Да, с помощью полиции, но не только благодаря ей, но и религиозным лидерам. Они боролись против апартеида. Я считаю, что мы должны прославить Бога за каждого епископа, пастора и преподобного. Они могли быть пастырями церкви из 100 членов или 100 тысяч. Это не имеет значения. Они — современные левиты, которых Бог поднял, чтобы быть солью земли, маяком света и надеждой. Каждый в обществе. Люди говорят, сидите дома и молчите. Они не понимают, в чем суть христианства. Почитайте книгу «Деяния». Она называется так потому, что там описываются действия апостолов, верующих. Это не книга молчания или слушания. Это книга «Деяний». Первая церковь действовала в силе Духа Святого. Когда церкви закрывают рот, общество распадается. Когда церковь убирают из школьной системы, моральность падает. Вы не сможете помочь детям, рассказывая им о том, как пользоваться презервативами. Вам нужно изменить сердце ребенка. Только Евангелие Иисуса... способна на это. Я говорю, только Евангелие Иисуса способно на это. Некоторые из вас были преступниками, а теперь спаслись, другие были проститутками, а теперь спасены. Мария Магдалина была проституткой, но Иисус спас ее, и она стала великой последовательницей Христа. Евангелие — это сила Божия ко спасению. Иисус смотрел на толпу, как описано в Евангелии от Матфея, 9 главе. Его сердце сокрушалось. «Мы боремся друг с другом». Это ранит сердце Иисуса. Мы боремся за право быть правыми. А сердце Иисуса при этом плачет. Мы слышим сердце Бога? Видим ли мы нужду? Нужда — это призвание. CRC, мы не будем сидеть в своем углу, не будем сидеть у себя дома. Мы мобилизуемся снова на этой неделе, как никогда ранее. И будем еще щедрее, чем были раньше. Мы дадим больше, потому что нужда больше. Скажите «Аминь» во имя Иисуса. Мне кажется, что многие забыли, что церковь — это надежда мира, потому что церковь несет свет миру. Это личность Иисуса Христа. Люди боятся произносить имя Иисуса по телевизору. Люди извиняются, когда говорят об Иисусе Христе. А почему? Верим ли мы, что Он по-прежнему единственный путь, истина и жизнь? Я не буду политически корректным, я буду евангельски корректным.
если такое понятие вообще есть. Церкви пора встать и сделать то, к чему нас призвал Иисус. Евангелие от Луки, 4 глава. Тут мы читаем: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня, не сидеть, а благовествовать нищим, помогать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем». Это относится и к той девочке: проповедовать пленным освобождение, наркоманам, скованным злом. «Я был связан и знаю, чем». Проблема в том, что некоторые из вас родились спасенными. То есть вы не спасены, потому что вы не родились свыше. Я знаю, чего меня спас Бог. И когда я вижу симптомы, то понимаю их. Я знаю, каково решение. Это как доктор. Когда вы приходите к нему, и он смотрит на вас, то говорит: «Это будет непросто». Но потом он дает решение. Да. У нас есть решение. Его зовут Иисус Христос. Я говорю, у нас есть решение. Его зовут Иисус Христос. И церковь должна остановить поляризацию, оскорбление, разные нападки друг на друга. Она должна стать светом Иисуса, чтобы исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. Начните проповедовать Евангелие, а не политику. Спасение людей — это наша главная цель. Лука 19:10. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Первое послание Тимофею, 1 глава, 15 стих. Верно, и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Кто из вас помнит тот день, когда Иисус спас вас? Поднимите свою руку и скажите «Аминь». Каким человеком вы были до этого? Пьяницей? Проблема в том, что вы слишком христианизировались. Вы больше не видите симптомы. У вас есть ваш религиозный рецепт, который никому не помогает. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано: «Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое». А вы хотите мира в ЮАР? Тогда вам нужно проповедовать Евангелие жителям ЮАР. Без Евангелия Иисуса Христа не будет мира. А во-вторых, мы должны облегчать боль и убирать бремена. Мне нужно заканчивать, и я хочу сказать вам нечто. Пробуждение, которое придет, должно привести к реформации, полному восстановлению всех сфер нашего общества. Сейчас мы можем лишь разбираться с симптомами бедности. А величайшее злой вирус в нашем мире и в ЮАР — это вирус бедности. Мы должны атаковать бедность всем, что есть в нас. ЮАР должна посвятить себя борьбе с бедностью во имя Иисуса. Мы должны разбираться с проблемами нашего общества, с расизмом, бедностью, социальной несправедливостью, насилием по половому признаку, коррупцией, использованием детей, которое лишь растет. Также есть алкоголизм, наркомания, преступность. Сегодня жизнь человека стоит мало. Один владелец такси убил другого владельца при свете дня из незарегистрированного АК-47, а затем выложил это в соцсетях. Неравенство, сексизм. Как можно закрывать церковь Иисуса Христа, когда в церкви нуждаются больше всего в это время? Мы понимаем, что есть пандемия, а в нашу церковь ходят 314 докторов. Большинство из них специалисты. Мы понимаем, что пандемия реальна. Мы не собираемся рисковать жизнями, но мы обращаемся к правительству, как оно обращалось к нам за помощью. «Позвольте открыть церкви».
Пусть департамент здравоохранения придет и проверит все здания. Они могут выдать сертификат безопасности, чтобы мы могли спокойно помогать людям, исцелять ЮАР. Позвольте нам сделать то, что может сделать лишь церковь. У нас есть то, чего нет у ученых. У них есть то, чего нет у нас. Мы должны работать вместе. Я говорю так страстно, потому что когда-то был потерян, и некоторые из тех, кто смотрит нас сегодня, также. Я был потерян и был одинок. Я шел в ад без Иисуса Христа. Возможно, эта пандемия застала вас врасплох, и вы охладели, отошли от Иисуса. Почему бы вам не вернуться сегодня к Иисусу? Я понимаю, что некоторые потеряли надежду. Я молюсь о помощи для вас. Мы отправим еще еды. Бог не был причиной всего этого. Обратитесь сегодня к Богу и скажите: «Иисус, я отдаю Тебе свою жизнь. Я прошу Тебя стать моим Господом и Спасителем во имя Иисуса Христа. Аминь». Давайте прославим Бога. Господь благ. Аминь.